Ну а герой следующего репортажа всю жизнь занимался делом серьезным, однако на творчество тоже время находил. С ветераном МЧС, а по совместительству писателем, познакомилась наша съемочная группа. Под псевдонимом «Хавал» он сам пишет книги, возглавляет народный ансамбль «Пламя», занимается спортом, участвует в конкурсах, посещает съезды, является председателем Совета ветеранов МЧС России по Чувашии. Это герой нашего сюжета Георгий Фадеев. У таких людей можно многому научиться. По его словам, главное в жизни – доводить начатое до конца и совершать исключительно добрые поступки. Цель моей жизни – делать людям добро. Я живу и работаю ради того, чтобы делать людям добро. Поэтому вот это, мне кажется, прежде всего. Мне вспоминаются сейчас слова Островского. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. А здесь все сказано. Более 50 лет Георгий Фадеев проработал в пожарной службе. Это воспитало в нем самые настоящие мужские качества – храбрость, смелость и отвагу. Кроме того, он прекрасный семьянин. Хорошо, что жена есть дома. Секрет их семейного счастья в том, что они друг друга понимают, чувствуют и дарят друг другу душевное тепло. Их любовь, как рассказывает супруга Георгия, зародилась с первого взгляда. Я за клубом работала, он то по пути заходил. Первый раз он гармошку просил. Я говорю, а вы умеете играть на гармошке-то? Вроде бы. С другом они заходили. Я говорю, тогда, пожалуйста. Вот начал играть. Вот до сих пор вот это. С тех пор начали дружить. За 50 лет совместной жизни их любовь себя не исчерпала, а наоборот, только расцветает. Хочется, чтобы он не старел, всегда был таким добрым, понимающим, и дожить еще столько же. Я бы сказал, что начинать сначала. Евгения Егорова, Регина Кубайкина, Николай Яковлев, Республика.